по три во втором сете, уважаемые друзья. Не проходит у Максима по прямой. Thank you.
Подача.
Молчи! Еще раз добрый день, уважаемые друзья. Соперником Максима является белорусский спортсмен по фамилии Малахович. Ну и так как я лично смотрю, как Малахович судит, могу вам смело сказать, что жухает со страшной силой. Это, конечно, недостойно спортсмена, на мой взгляд. Что он делает? Он показывает просто не тот след. Не чувствую! Вот! И давит Максима морально. У Малаховича 6-5. У Малаховича 6-5 во втором. Первый он взял. И ведет со счетом 30-0. Два мяча. Скажу вам честно, уважаемые друзья. Не хочу сказать за всех детей, но... безобразно ведут себя спортсмены. Не все, но жуханье — это, конечно, ужас. Гейм-сет-матч. Максим Старостин уступает Малаховичу. Да, юношеский теннис совсем не юношеский теннис. Ужас, тихий ужас. Скажу вам честно, уважаемые друзья, тихий ужас.